Почему надо мыть руки? Микробы живут на самых обычных вещах. С этих вещей микробы переползают к нам на кожу. Через грязные руки им легко перебраться в живот и вызвать болезни. Давай помоем руки и лапы. Найди всех микробов. Возьми мыло и хорошо намыль лапы. Смой мыло, грязь и микробов. Вытри лапы полотенцем. С твоей помощью лапы чистые. Можно и перекусить. Что будет с руками, если их не мыть? Пальцы превратятся в морковки и огурцы. На руках появится грязь и микробы. Руки станут как у монстра. Правильно!